Здорово, дружище, я Гидеон, а это Watch Dogs 2. Продолжаем с тобой проходить. Итак, давай-ка посмотрим, что у нас за следующая миссия. Зайдем мы в наш смарт, выберем DeadSec и Хаум на пороге, основная операция. Позаимствуйте раннюю версию Хаум 2.0 для личного пользования DeadSec. Так, ага, мне надо прямо сюда. Тикс. Ну что, садимся, поехали. Если я не ошибаюсь, в конце предыдущей части я вроде как доехал даже туда, но вышло обновление для игры, я обновился и вот, в общем, оказался здесь. Может быть, это произошло бы в любом случае после того, как я бы, ну, просто закрыл игру. А по-другому, собственно, нельзя было обновиться. Но этого я не планировал. Поэтому доезжаем снова до нашей точки. Блин. И продолжаем сюжетец, который мне пока что весьма нравится, потому что на данный момент мы как-то занимаемся такими, знаете, довольно безобидными делами. На нас Блюм еще не обращает внимания, никаких устранителей не высылают, вообще ничего подобного. То есть, ну, по сути, ничего такого серьезного. Там с какой-то секторы забрались, тут что-то, в общем, такое, знаете, неспешное начало, довольно веселое, мне это нравится. Посмотрим, к чему это приведет. Если будет достаточно миссий, ну там, не знаю, штук 40, может, или около того, то игра прям определенно зайдет. Главное, чтобы их не показалось... Блин, чувак. Главное, чтобы их не показалось мало. Так, я на месте. Так, я в центре выдачи Хаум. Супер. Теперь поищи там комп. Старый такой, совсем паршивый. Хаум хранит там расписание, основываясь на комбинации номеров машины и адресов, как какой-то малограмотный дебил. Ну, ха. То есть, компания дебил. Это хорошо. Сейчас поищу. Так, окей. Пройти я туда не могу. Давайте-ка. Вызовем наш джампер. И с помощью него проберемся внутрь. Тик. Давай, машинка. Так, эта решетка не открывается. Отлично. О! Так, ну, эту штуку я не взломаю. Это нужно непосредственно мне в этом участвовать. Так. И комп тоже. Хе-хе. Или все-таки взломаю? Погодите. Открыть. Ага, все-таки можно. Во, точно. Раз и подключился. Чудненько. Хе-хе-хе. Ну вот и все. Чудно. Я внутри. Где же ты? Ага. Так, ну поехали. Нашел он что-то. Есть список. Ага, супер. А теперь надо отправиться к центру выдачи и сравнить номера грузовиков с номером того, который едет в центр. Боже, глухой аналог. А я о чем? Лутиты. Все аналоговое, да. Будет интересно, если одна миссия будет с этим связана. Ну, со всякими аналоговыми штучками. Так, мне надо сюда. Вот он, фургон. Его надо угнать. Такс. Предлагаю нам проплыть, устранить мужичка и засим все. Я думаю, это будет несложно. Он стоит ко мне бочком. Нашел грузовик. Так чего же ты ждешь? Хватай и беги, друг мой. Хватай и беги. Прежде чем я сбегу, надо ворота открыть, а они, блин, закрыты. Мне нужен ключ.
Вон он где, ёпрст. До грузовика добраться было легко. Я все думал, в чем проблема-то, собственно. А вот, блин, в чем проблема. Так. Угу. Вон решетку вижу. Ага. Тихо. Чуть не спалился. Отлично. Давайте джампер достанем. Ой-ё, моё. Так, не получится. Погодите. Черт возьми, тот дальний. А он и не увидел. Господи, прекрасно. Я рубану тогда и его. Раз он такой слепошарый. Так. О! Увидал. Слышали это? Тихо. Есть. Там внутри еще кто-то. Вон он. Что за приколы? Нам проблемы не нужны. Кто-то должен это прекратить наконец. Ну все. Охрана! Там что-то происходит. Так. Самое бесючее, что гражданские, понимаете, они не деревянные. Они реально помогают охранникам. Во многом, блин. Что, не дошло? Рассказать тебе про мой день? А может... Да успокойся ты! Я тебе расскажу про твой день. Ты пролежишь здесь оглушенным. Так. Чувак наверху, да? Или нет? Вообще не пойму, где он. Ладно, по барабану. Очки исследований. Деньги. Так. Так, стоп. Ключ внизу, что ли? Погодите, не понял. А, ключ у чувака. Вот оно что. А, получается, я свой пистолет выкинул. Блин. Так, и как мы его взламываем? Отлично. Ну, собственно, все. Я думаю... Нет, можно пойти обезвредить остальных, а можно просто свалить. Я предлагаю просто свалить. Потому что есть у меня такая возможность. Чтобы ей не воспользоваться. Блин, заткнись! Кто на сигналку ставит? А, вон там ворота. Можно даже... А, ну отлично вообще. Мне даже не туда, куда я хотел. Прекрасно. Все, чудно. Забрал просто. Все. И нормально. Прекрасно. Да, вот сложность возникает дополнительная, что гражданские не деревянные. Груз у меня, и я скоро буду. Комитет по встрече будет готов.
Но в других играх, знаете, они просто начинают орать, убегать куда-то, впадать в какую-то панику. И, в общем-то, бесполезны. Тут же они могут спокойно позвать охрану, блин. И вот тут уже, блин, сложно. Так, 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 тормознули все. Вот, красавчики. Блин, здоровый фургон. Тяжело вести, такой, знаете, как утюг едет. Так. Хорошо, хоть без погони обходимся. И доставим фургон. Ой, господи, дамочка, простите. Я же говорю, он как утюг. О, кстати, прикольный фургончик с сомбреро. Помню, такой в первой части был. Я и думаю, таких в Америке полно. Вон еще один. Правда, в первой части там было прям гигантское сомбреро сверху. Так, так, еле въехали. Отлично. Хрень! 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 У-у-у, минуточку. Ну, там хоть что-то есть? Нет, хрень. Хрень! О! Ого. Ну, тут есть что-то. Или даже кто-то. Ты уже дрожишь? Ах, зэ. Это ж Хаум. Ладно, я пообщаюсь с этим говнячком, а ты иди раздобудь нам кофеин. Погодь, принести вам кофе? Нет, он робот. Раздобудь нам с тобой кофеин. Ясно. А ему диков. Так. Клёво, робот. Но за кофе я не пойду, если что. Такс. Предлагаю нам на базу заглянуть. Угу. Давайте-ка зайдем в разработку. Я хотел себе крутой угон, чтобы не орали тачки. Вот что мне нужно. Сейчас у меня как раз 9 очков. Давайте-ка выучим. А это что? Используйте, что вертолет вернулся на базу. О! Подкопим и обязательно возьмем. Ненавижу вертолеты. Watch Dogs. Так, ну вот, вернитесь в хакерспейс. Чел, ты где? Дуй в хакерспейс. Игрушки Хаум 2.0, да, еще 6. А это что такое? Так. Эй, куда прешь? Че он? Ага. Вау, нифига себе. Серьезно? Вирус какой-то. Все, хватит. Мать, что-то бред какой-то, даже читать нет смысла. Чушь какая-то, ладно. Ребят, в моем телефоне вирус. Исключено. У тебя защита уровня Джош. И все-таки, вирус под названием Зомби 2. Знаете, кто написал первого зомби? Хэддок. Угу. Что за Хэддок? Он легенда.
публиковал госконтракты с военными, еще когда мы в школу ходили. Он уже 10 лет как исчез с радаров. Но если вернулся, это бомба. Что за вирус? Установился под видом фейкового обновления CTOS. Вижу еще несколько зараженных мобил. Если отслежу их, может, найду источник. Интересно, что он задумал? Можешь изолировать вирус на виртуальную машину? С удовольствием. Присылай. Мобильные мертвецы. Новая операция. Маркус, фолловеры все прибывают. Теперь Блюму придется шевелиться. Я не понимаю, как им дали захватить такую власть. Мы с детства читали книги про Большого Брата, полицию мысли, предпреступный отдел. А теперь это все вокруг нас. Благодаря Блюму и их CTOS. Писатели давно все предсказали. Но все повелись на красивый дизайн и маркетинг. И купили троянского коня. А главное, CTOS действительно делает то, ради чего создано. Мы боремся с системой, которая на первый взгляд помогает людям. И только на второй вредит. Нас легко выставить негодяями. У меня к тебе вопрос. Какой у ДЦК доступ к CTOS? В других городах к CTOS 1.0 был почти полный. Отстой, тогда мы лоханулись. Упустили шанс сделать что-то серьезное. Что касается 2.0, мы первые, кто рыпнулся, и пока Блюм на шаг впереди. На этот раз они были готовы. Когда я думаю, что ДЦК просто тема для брифинга в Блюме, мне как-то не по себе. Ничего, они еще подчеркнут нас красным маркером. Группа хакеров из Сан-Франциско раскрыла секреты секты New Dawn. ДЦК опубликовали видео из храма, наглядно продемонстрировав, что их так называемые древние таблички – фальшивка. Активистам удалось пробраться на тщательно охраняемую территорию и запечатлеть методы, которыми New Dawn пользуется, чтобы держать в узде своих подопечных, среди которых числится и актер Джимми Сиско. New Dawn отказали нам в интервью. Ну все, пошли наконец. Музыка еще такая эпичная, вариковская прям. Там раскраски, блин, есть, но как их получить, я до сих пор так и не знаю. Какой-то ключ нужен, где его взять, понятия не имею. Ладно, так. Мы вышли на Джоша, соус чили, когда он постил видео против CTOS. На записи он был в дурацкой маске в виде черепа. Наверное, такую можно купить за доллар. В прорези было видно глаза, чел не знал, что так его вычислить проще простого. Да и голосовые фильтры ему не сильно помогли. Джош говорит, скажем так, своеобразно. Сказывается синдром Аспергера. Ситара быстро его нашла. Не таким мы его представляли. Если говорить про программирование, тут Джош даст фору всем нам. В CTOS на парня навесили клеймо неполноценного. В профиле стоит неуравновешенный, страдает психическими расстройствами. В общем, все это бред. Джош почти сразу стал нашим мозговым центром. Может, его логика кажется странной. Для него есть только правильно или неправильно. И да, иногда он выглядит смешным. Но с таким профилем в CTOS невозможно даже найти работу. Парня сделали изгоем. Конечно, мы решили помочь. До встречи с нами Джош пытался бороться с системой, но не мог выбрать тактику, разменивался по мелочам. Зато теперь он в команде, и Блюм еще 100 раз пожалеет, что система сделала Джоша неполноценным. Короче, это премиумные шмотки, который я получил за очки Uplay. Вот решил напялить в них, что ли, похожу. Правда, что-то к шапкам мне вообще никак не нравится. Это как-то получше будет. Так, пошли поболтаем. История с New Dawn не закончилась? Не совсем.
По всей стране прошла волна протестов. Нас поддерживают даже те, кто раньше и знать о нас не знал. Так что все удачно. Хорошо бы эта секта закрылась совсем. Мы к этому идем. С нами Миранда и Джимми Сиско. Так что Нью-Дон осталось недолго. Похоже, Кибердрайвер станет главным блокбастером года. А главное, ни слова благодарности от HMP. Ага. Хаум неплохо все устроили. Пиарит свой продукт, обещает всякие плюшки первым покупателям, а потом ограничивают выпуск. Бум, и у нас must have. Спорю, первым покупателям есть на что пожаловаться. А в этом вся мякотка. У них там мелким шрифтом написано, что их софт на стадии беты и продается как есть. Они так всех авторов негативных отзывов дураками выставили. Ты это одобряешь? Нельзя все мерить критериями добро и зло, Маркус. Можно восхищаться системой, не одобряя ее назначение. Так, посмотрим, что можно на принтере напечатать. А, на квадрокоптере я еще не накопил. Кстати говоря, стоит. SMG. То есть я больше ничего напечатать-то и не могу, по сути. Серьезно, и все. Только вот... Либо SMG, либо... не-не-не-не-не-не-не-не, вот. Просто у меня слотов мало. Перезарядка, магазин. Мне, кстати, намного чуть денег хватит, если что. Подробнее удерживать, купить. С глушителем, что ли? Прям снайперка. Снайперка-обаяшка. Винтовка нулевого дня. Подробнее. Штурмач с глушителем. Уникальный оптический прицел для предельной точности. Фига он там стоит, мать его. Вот это да. Снайперка-кемпер. Что еще с глушителем есть, интересно? Так... Пистолет. Ну понятно. Все это, конечно, стоит пипец сколько. И... А, ну это в разные слоты я могу купить вот эти оружия. Ладно, я подкоплю на квадрокоптер, что он все-таки нужней. Маркус Холлоуэй. Гроза Светош. Да ладно. Маркус Холлоуэй. Борец с фейковыми табличками. Нафиг! Маркус Холлоуэй. Разрушитель. Нью-Дон. Ну это норм. Так и оставляй. Камера наблюдения? Супер! Это как эксгибиционизм, только ты платишь, чтобы на твой болт смотрели. Что, играешь на камеру? Ага. В куклы. Почему я не удивлен? В этом я просто мастер. И мои куклы — это живые люди. А, да, понял. Ты знаешь, у меня дома стоит хакнутая система Хаум. Она исправно работает, хоть я и отрубил ей связь с сервером сразу после установки. А что с видео? У меня стоит алгоритм, который помечает необычное поведение. Каждый день мне приходит оповещение, я смотрю записи, а потом удаляю. Но некоторые я копирую на флешку, а потом на комп с 95-й виндой. Без сетевухи. Ха, было что прикольно? Мой сосед тырит у меня с окна бегонии. Он думает, что они быстро растут. Но это просто я новые покупаю. Так останови его. Это цветы. Мне новые купить ничего не стоит. А вот смотреть на то, как 80-летний дедуля ведет себя как герой 11 друзей Оушена, бесценно. Лол. Да, красота. Шикарно! Спасибо, сэр. Да, сэр.
Я сделал, что мог, ясно? Ну, ты молодец. Ты разберешься. Ты наезжаешь. Просто без нужных оппонентов придется по... Показано, что я хочу с самого начала перепрограммировать или... Принес кое-что. О, класс. Супер. Энергетикам отказать. Это же жидкий кокс. Зачем такой Джошу? Нет. Нет уж. Блин. Погнали. Да! Я люблю тебя. Да. Я вот что скажу. За всех нас, за грёбаный детсек. Да. Самых охрененных хакеров, кодеров... И воров. Да, брат. Так, ей, если да. Что, я этого не говорил. Короче, за всех, сучечки. Красавчики. Ну и чем получается? Робота замутили? Прикольно. Так, чел. Теперь надо найти умный дом и хакнуть его сервак. Что думаешь про демодом в комплексе Ahead? Посмотрим. Безопасность так себе. Нулевки, наверное, хватит. Наверное. А ты оптимист. Все, я понял. Мне нужен квадрокоптер. Протестируйте уязвимость нулевого дня в умном доме Хаум в жилом комплексе Ahead. Ну, погнали. Да ничего. Так, умный домик у нас здесь как раз рядышком. Очень удобно. Так. Чудненько. Эй, народ, эксплойт сработал. Я внутри. Ты супер, Маркус. Осмотрись в доме. Хаум хранит данные юзеров локально, часть системы безопасности. Если получишь доступ к записям того, как люди осматривают дом, этого вполне хватит. Понял. Охрана, не спать. Что-то я не понял. Как здесь? Что за... Лол, что это было? Высылаю описание объекта. Как они телепортировались прямо ко мне? Боже ты мой. Во-первых, я офигел от того, что здесь маленький роботик ходит. Что-то пикает. Во-вторых, я не понимаю, зачем тут защита, если... Я как бы... Ого. Боже мой, это знаете, как в этом... Доктор кто какой-то прям? Это далеки, далеки атакуют, серьезно. Ого, по пауэра, кстати, я могу им управлять. Хе-хе-хе. Так, сейчас можем сдать назад, например.
Повеселились и хватит. Так, нужен терминал закрытой сети. Он находится здесь. А где еще эти роботы? Так, отлично. О, клево. Вот, спешу, не с ногой было. Так, где я? Что-то я не понял. А, он просто опускает вот сюда. Ох, тут все прикольно вообще. Я думал, он в гараж как-то опускает. Там же это стоял по Павера. Вот, и подумал. Так, ну ладно. Мне надо где-нибудь спрятаться, а то, блин, этот робот чертов придет, запалит меня еще. Здесь тоже какие-то датчики. Так. Ого. Чисто. Остальное все, к сожалению, заблокировано. Я получил ключи. Так. Система функционирует нормально. Скоро будем на месте. Да господи! Всем занять свои места. Нарушитель на нашей территории. А чё я не могу? Выезжаем к заданной точке. Что у вас там? Охрана, не спать. А, вот где ещё можно было зайти. Клёво. А тут что вообще? Наверное, я сейчас выйду из радиуса просто. Какой-то чувак странный. Наверное, какое-то дополнительное вообще задание. Ситара, говорят, у твоей племянницы видеоблог. Дэнсбу 01, да? Синди. Ненавижу этот ее блог. Она транслирует прямо из дома в режиме 24/7. Не верит, что это опасно. Слышал, ее блог обсуждали на улице. Она знаменитость. Кто обсуждал? Потные водители фургонов? Вдруг кто-то взломает ее и узнает адрес. Думать об этом не хочу. Нам надо проучить ее. О чем это ты? Вмешаемся в трансляцию. Будет ей уроком. Хочешь опозорить племянницу в прямом эфире? Нет. Тогда я смогу сказать ей, я же говорила. Ага. Посмотрим, получится ли. Вот в чем все дело-то. Понятно. Так, ну а теперь-то мне наверх же надо, получается, да? Или что, я не понял. Эти там что-то приехали, ничего не нашли. Все, нормально. Так. Не вижу здесь нифига. Давайте я попробую. Ой, нет, не то. Сейчас я попробую вырубить эту фигню. А я не могу, что ли? Так, а если посмотрю... Ой, не то, это мои задания. Так, сколько у меня? Очки исследования 5. А вот где эта фигня так оглушает противников? Отвлечь внимание при помощи.
Взламывать светофоры. Отключать охранные системы. А, видите, здесь нужно 6. Да еще сюда вот 4. Да, ясно. И как мне быть теперь отсюда? Как мне отсюда выбраться? Я вопрос. Я как бы в дом-то залез. А, ну крыша еще есть. О, чертов робот. Будь ты не ладен. Так, вот. Просто только как я вот здесь спрячусь. Вообще это возможно. Так. Надеюсь, он меня не увидит, этот робот. Блин. Чертов робот. Ого. Фу, он валит, да? Вообще шикарно, так. Так. Все, я могу валить отсюда. Есть. Все, надо свалить теперь только отсюда. В принципе, я могу и тревогу уже вызвать. Не проблема. Наряд выехал к указанной точке. Вот и все. Текс. Прекрасно. Народ, сервер, лажа? В смысле? У тебя был доступ? Это транзитный пункт. Данные где-то еще. Нет, 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 нет. Эта система работает не так. Если бы они установили... Джош? Че? Ты еще там? Похоже, он читает доки фирмы скоростным методом. Мы расскажем, как, ты пойми, почему. Лады. Так, ладненько. О, не переведено. Так, мне надо отсюда выбираться и направляться уже к следующей миссии. О, господи, нет, уж лучше я как-нибудь вот здесь попробую выехать. Так. Так. Изи. Изи. Немного. Я буду на дороге. Отлично. Вот так, все, мы выехали, короче, на дорогу. Так, ну что ж, дорогие друзья, встретимся мы с вами уже в следующей части. На этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все ссылочки под видео. С вами был Гидеон, всем спасибо. И до следующей миссии.